Всем привет, это у нас Монахиня 152. В этом видео я вам хочу показать один интересный баг, который заметил сам. И он связан с тиром. Я сам не ожидал, что такое возможно. Оказывается, когда мы сидим в жвачной пушке, я могу что-то держать в руках при этом. Это я заметил случайно, когда быстро забежал в тир, спасаясь от монашки с факелом. Я закрылся от нее, и раз у меня получилось сесть. Так, монашка, привет. Давайте тогда с факела и начнем. Успеть бы. Так. А, не загорелся. Смотрите, как он криво летит. Так. Ох ты, я монашку отодвинул. Сейчас постараемся факел положить четко на жвачную пушку. Так, ну или так попробуем сесть. Нет, видите, сваливается. Так. Тогда кладем на жвачную пушку. А, можно не успеть. Давай. Смотрите. Ёкарный бай, я все сжег. Сейчас сам, наверное, загорюсь. Так, он тлеет. Фантастика, все горит. Я сижу и горю. Давайте посмотрим, как он исчезнет. Можно пострелять. Бам. Кажется, нет никакой энергии, чтобы начать мини-игру. Все, исчез. Но на жвачную пушку мы сможем залезть. У нас все кони сгорели. Так, а давайте все восстановим с помощью огнетушителя. Фантастика. Он, скорее всего, должен все восстановить. Еще подписчики просили поджечь курочку и попробовать сделать из жареной курицы живую с помощью огнетушителя. Я думаю, что это нереально, но побаловаться можно. Можем это проделать в этом видео. Ой. Ой, я задела, смотрите. Так. Что, я восстановил только кресло? О, класс, ой. Жвачную пушку не восстановил. Смотрите, как много деталей. Все, восстановил. Ура. Огнетушитель у нас вечный, поэтому здесь его и оставляем. Давайте попробуем взять книгу и положить книгу на жвачную пушку. Но перед этим надо пушку развернуть. Так, ты не даешь залезть. Хорошо. Плохо, что здесь нет огня никакого, чтобы я мог поджечь. Вот так пушку разворачиваем и вылезаем. Все, кладем книгу. У нас сегодня будет исследование вот этого бага. А теперь идем за факелом. Он разве что книгу подожгет, но ладно, ничего страшного. Нам надо успевать его брать в руки. Так. Это у нас версия 1.5.2, реально самая последняя. Где у нас факел тлеет. Так, резко. Надо сейчас... Так, факел кинуть, чтобы он на книгу лег. Ёкарный бабай. Книга загорелась. Так. Книгу тушим. Это прикол просто. Тяжелая книга, все, взял. У меня книга в руках горит. Или нет? Нет, просто все снова загорелось. Так, кидаем. Книгу кинул. Факел. Да ёкарный ты бабай. Сейчас факел исчезнет, бежим за новым. Нам книга поможет взять факел, потому что нам немножко не хватало расстояния, чтобы что-то взять. Видите, чем с факелом сложно? Тем, что он прогорает. Предыдущий-то у нас не заканчивался. Так, еще разик. Потом будет легче, потом мы будем другие предметы тестировать. Ох ты гад, а. Он все поджигает. О! Так. Он почему-то отскакивает, у него функция странная. О, я смог. Смотрите. Факел. Я взял факел, все. Я могу стрелять. Смотрите, я стреляю, и у меня факел горит в руке. Ес. Он сейчас исчезнет, прям в прямом эфире. Все, исчез. Так, книгу пока что взять не могу. Она немножко ниже курсора, видите? Поэтому я книгу подкинул. Все, мы это протестировали. Так, давайте пока факелы не кончились, сходим, возьмем курочку. И посмотрим, можно ли восстановить из жареной курицы и получить реально живую обратно. Это у нас будет промежуточный эксперимент. Мышка у нас, похоже, не горит, потому что ее даже не поймать. Все, проводок взяли.
Так, вот и полная монашка подъехала. Из нее не сделаешь никакой бифштекс или что-нибудь еще. Гуляш из монахини. Или отбивная из монахини. Так, а если мы с курицей попрыгаем? Кстати, я вам сейчас еще один баг покажу. Не выпадает пружина. Мне подписчик писал, что у него пружина не выпадает из батута. Видите, она не выпала. Бам. Никакой пружины рядом не лежит. Все, это тоже баг. Превратим курицу в готовенькую. Бам. Все, готовенькая, смотрите, как быстро. И попробуем магнитушителем ее восстановить. Она же, считайте, у нас сгорела. Так, а если я ее так же положу? Что? Давай, залезай. Давайте попробуем курицу подержать в руках. Это тоже прикольно. Потом сходим за куклой. Сходим за жвачным пистолетом. Получится ли у нас два жвачных пистолета держать? Жареная курица. Смотрите в руке. Фантастика. Все. Проверяем. И развеем этот миф, если что. Так, пока не сработало. Курица не оживает. Так, остальное все восстанавливается, да? Остальное восстанавливается. Курочку оживить уже нельзя. Да, странно, что у нас уже пружина не выпадает. То есть мы не можем никак получить пружину. Сейчас понесем мы жвачный пистолет. Так, я его перезаряжу. И проверим, может ли у нас быть два жвачных пистолета. То есть мы будем и в жвачной пушке, и с пистолетом. Так, я книгу уже восстановил. Хорошо. Кладем. Ух ты, как классно. Сейчас самое интересное, наверное, будет. Так, ну его, видимо, очень сложно положить на книгу. Гад, он падает на ножку, пытается на ножку встать. А если отойду? Стой, стой, стой. У нас и жвачный пистолет, и жвачная пушка одновременно. Выстрелить. Кто стреляет из нас? Фантастика. Так, куда они летят? Смотрите, ну-ка в книгу попаду. Я могу даже книгу взять. Смотрите, это получается, я стрелял в книгу. Шарики даже не вылетают, кстати. Во, прикол. Сейчас вылетают. Жвачный пистолет здесь же остался. Фантастика. Берем его еще раз. А если вылезу? Все, я также остался с жвачным пистолетом. Я не могу стрелять. У меня не было функции стрелять. О, сейчас есть. Все, теперь несем взрывную куклу. Это тоже будет очень интересно. Можно ли запустить взрывную куклу, если мы находимся в жвачном пистолете? Мы же как будто бы в укрытии. Так, ну ее надо ставить обязательно на книгу. Ёкарный бабай. Как так она улетела? Красиво. Она вообще хочет на ноги встать. Давай. Смотрите, я почти взял. А так? Почему ты не даешь? Так, если выстрелить. Смотрите, я же ее вижу. Есть, взял. У нас взрывная кукла в руке. Фантастика. Я не могу ее использовать. Смотрите. Есть даже значок выстрелить. Это просто жесть. Я должен спрятаться. Так, а давайте тогда проверим тот самый баг, где у нас монахиня открывает дверь в шкафчике. Помните, там баг-то был? Что ему куклу запустить из любого места. Надо только закрыться с монашкой. Взорвал ее. До того, как она открыла шкаф. Так, мы здесь с ней вместе. Если поприседать. Выскочил через верх, смотрите. О, вот это уже интересно. Я же считаюсь все еще в шкафчике. Ах ты, нет. Все еще значок такой. Ну хорошо, хотя я шкафчик не открывал. Так, это мы протестировали. Находясь на жвачной пушке, мы не можем взорвать куклу. Теперь попробуем кроссовки. Перезаряжаем. Кроссовки, как они здесь станут? И... беговые кроссовки, мой перевод. Давайте попробуем использовать их. Я кроссовки делал прямо в жвачной пушке. Монашка возродилась. Можно, конечно же, стрелять. О, они уже на мне. Да, все. Фантастика. Ну-ка, давайте еще напоследок попробуем взорвать куклу.
прямо в тот момент, когда мы сидим в жвачной пушке. Допустим, я его кину сюда, факел. И сюда же кинем куклу. И резко залезем в жвачную пушку. Так, как получится? Пока не взрывается. Смотрите. Просто жесть творится. Так. Yes! Получилось! Фантастика! Я умер в жвачной пушке. На режиме практики. Вот это хорошая концовка. Смотрите, покинуть есть значок. Вау! Это жесть. Никуда не движется. Все, под текстурами я. Лечу. Ура. Покинуть. Вылез. Это просто была жесть. Я себя взорвал в жвачной пушке. Вот такой у нас конец видео. Куклу я даже не вижу, куда она исчезла. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.